Мы сейчас записали две песни и хотим выпустить EP. И сейчас мы их сходим. И когда это готово, будет непонятно, но все эти песни, все эти две песни уже известны всем, кто приходил на концерт. Над альбомом мы работаем, если это можно так назвать. Но выпускать его не собираемся, записывать будем. Мы даже как-то уже к этому подготовились. Концерты, может, и будем давать, но сейчас мы не хотим выступать в Киеве. Наш новый EP, он состоит из двух песен. Эти песни отличаются от того, что мы делали раньше, и звуком, и подходом. Ну, даже Дума Сумеш, это те же люди, которые делают химию, они просто мешают разные другие элементы, еще подмешивают. Песни у нас на английском языке выйдут в этом EP. Песни про прям такие борьбу личности против привязанности. Кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то это так воспринимает, кто-то по-другому. Это свобода слушателя. Есть свобода автора, мы что хотим, то и делаем. И как бы слушатель что хочет, то и делает, по сути. Поэтому мы не можем запретить никому там слаймиться, или не можем запретить людям стоять на месте. То есть, как хочешь, так и веди себя. Хочешь, слушай музыку, хочешь, танцуй, хочешь, вообще сиди в баре, хочешь, вообще не приходи на концерт. Мы поступаем примерно так. Но мы никого не обманываем и никого никогда не хотим обидеть. Если не специально.